По-настоящему несчастливым оказалось 13 число для всех автолюбителей нашей страны. Во вторник цены на топливо, реализуемые через АЗС, выросли на 4,7%. Стоимость 92-го бензина составила 11 100 рублей за литр. Было 10 600 рублей. 95-го 11 900 рублей за литр. Было 11 400. Дизель 12 300 рублей за литр. Против 11 700 рублей. Напомним, что предыдущее подорожание топлива произошло в октябре 2014-го и менялось 4 раза в течение минувшего года. Тогда стоимость 92-го бензина установили в размере, эквивалентном 1 доллару США за литр, в соответствии с ранее принятой методикой изменения розничных цен на автомобильное топливо. В пресс-службе Белнефтехима сообщили, что цены на автомобильное топливо с 13 января 2015 года частично проиндексированы в связи с ростом курса доллара к белорусскому рублю. Учитывая, что нынешнее подорожание не позволило увеличить стоимость литра топлива пропорционально уровню роста курса доллара, бывалые автомобилисты ожидают дальнейшего повышения цен на бензин и дизель.